have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки. Мы будем сейчас с вами продолжать медиума. Пойдем в кабинет Томаса. Сделал я игрушку немножко потише. Мне кажется, что было слишком громко до этого. Так, это ж мы осматривали, да, это мы читали. Ну вот, на всякий случай еще раз нажму. Та-ра-та-та-та-та-та. Да. Я опять на это попался, я опять нажал Escape и говорю, это будет происходить постоянно, потому что мышечная память, она такая, ты ее не переубедишь. Если ты не думаешь о своем... Стало мне войти в комнату, на меня нахлынули эмоции. Тревога, страх, тоска. Ладно. Наша подружка-призрак, она, кстати, не в восторге от того, что мы сюда зашли. И она ушла, она обиделась, она такая, ой, все. Я сразу поняла, что эти часы хранят в себе какой-то секрет. Заперто. Ага. Назад. Назад. Grand opening, I assume. Торжественное открытие. Hey, is that the first secretary? А что это что, первый секретарь партии? У них были большие планы на это место. Погоди, а... спасибо. Так, вот что интересно. Это подпись, значит, он спроектировал этот дом отдыха. Ты что такой, Томас Рекович? Кто-то очень такой очень этот... Ладно. Что, черт возьми, тут произошло? Работает. Кто-то им пользуется? Так, а вот этого вот не надо. Это мы нашли не в мире духов, это мы нашли в мире живых. А вот то, что здесь полно духов, ладно, если здесь есть кто-то жив... Хотя, с другой стороны, может, это тот чел, который нам звонил? Я его ни с чем не объединю. А вот и ключ. Да, здравствуйте. Слишком маленький для дверного замка. В самом деле, это же не может быть от тех часов, которые мы нашли полминуты назад, да? Когда я коснулся телефона, меня передернуло. Кто-то им недавно пользовался, чтобы позвонить мне. Да, значит, это тот перец, который с нами разговаривал. Ну, это тогда еще не самое страшное. Кто-то недавно это написал. Я могу? Да, я могу почитать. Дела. 3 часа, подъем. Будильник не выключать. 3:15, лекарства. 3:30, перепроверить дорожку в лесу. 4, добраться до гостиницы, выкинуть старые документы. 5, продолжить эксперименты. Если останется время, проявить фотографии. Перепроверить кабинет книги, зайти к Л. Или даже Л. Кто знает. Ну, хорошо. Следы огня, разбитое стекло, и что это? Соль? Так, музыка как бы намекает нам чуточек, да, что... Или сейчас будет какой-то напряженный момент, или как минимум будут немножечко обосратушки. Так, это я смотрел. Ну, часы, я понимаю, что часы, я просто на всякий случай... Вот та полочка, она слишком пустая, тут могло быть что-то интересное. Ну да, да, часы. На. There we go. Вот так. That's as far as it goes. Дальше не... Да ладно, они... Ага, отпечаток. Это Томас. Томас? That...
looks like a passage. Вон, выглядит как дверь. Духовный колодец, я могу впитать из него энергию. As I moved the clock hand, I realized it was a junction between realities. It's rare, but I'd seen it before. Это был перекресток между реальностями, и я видел его раньше. Я как раз в прошлый раз задумывался о том, а как я вернусь обратно, ведь сил у меня не осталось, чтобы пройти через саранчу. Так, хорошо. Я впитал в себя вот эту фигню. И так тебе не хватает. Не знаю, смогу ли. Ладно, соберись. Соберись. Так, а... А как я пройду через эту дверь? Мне нужно поймать момент на часах, когда она открыта, да? Или как это все происходит? Погодите. Вот этот вот момент. Looks like I'm in for another dive. Угу. Ох, надо проверить проводку. Не хотелось бы здесь застрять. Погодите, возможно, тогда с его остальными частями можно будет тоже поговорить. Я-то могу мотать сколько мне угодно. Вот сюда вот можно будет зайти. Ну-ка, вот сейчас я с ним могу поговорить. Черт, думал, это раз получится. Слишком долго. Что я упускаю? Так, не сюда, сюда. Вот тут он возле стола еще был или где-то, да? Нет, тут он я думал, слишком рассыпается. Подожди. Я чувствую, что-то не так. Оно надвигается. Дружище, а с кем ты разговаривал все это время? Вот это вот меня интересует, вот этот кусочек. Нет. Не делай этого. Я не могу. Мы должны... Угу. Бесполезные отрывки фраз, которые склеятся во что-то понятное только когда мы будем знать больше информации. Но так, хорошо. Значит, ищем момент с дверью. Вот сейчас. Силы мы взяли, да? Взяли. А как там? Someone tried real hard to keep this place a secret. Кто-то пытался... Кто-то очень сильно старался удержать это место в тайне, да? Так. Но мне вот эту штуку нужно... Стойте, а как мне энергией пулять-то? Так. Осторожнее, а то я растаю, да? Погодите, я забыл, как энергии пуляться. Сейчас я быстренько все осмотрю здесь, если я не вспомню. Блин, не то. Секунду, ребят. Так, вроде как на пробеле. Сейчас посмотрим. Я просто тупо забыл управление. Я сюда не заходил давненько. Оп, ну-ка. Да, посмотрим, сработало ли. Давай. Так, а что должно было сработать? Я сюда отправил электричество, но... Погодите, меня вот что еще интересует. Дайте мне зарядиться.
Если мне еще раз предстоит идти через саранчу, я думал, что это куда-то проход дальше, который я себе открою. Так. И теперь обратно. И что будет, если я вот сейчас попробую пройти, когда он здесь? Я смогу пройти или нет? Смогу. Так, но я эту штуку... Почему таб это заметки, ладно. Я эту штуку вроде бы запитал, она даже отреагировала, говорит, посмотрим, сработает ли это. Я здесь больше ничего такого не вижу, что можно было бы сделать, хотя тут очень большая и, судя по всему, интересная комната. Ну, видимо... Пу-пу-пу-пу-пу-пум. Ладно, давайте возвращаемся. Пойдем посмотрим, что могло теоретически измениться. Так, это я фонарик себе одел. Кстати, L? Нет. А, фонарик просто не выключается теперь. Хм. Тортик. Старик. Погодите, это я все видел. А тут что-то поменялось? А, здание вышло еще лучше, чем... Это мы с вами читали все в прошлый раз, да, эти заметки, хорошо. Мы-то перемотали время в прошлое, тут же должно было все измениться, не? Или мне теперь нужно вернуть время? Погодите, как это все работает? Ну, честно, пока что не очень логично. Ладно, давайте вернем время. Допустим, что мы не в том времени, не можем двигаться никуда. Вот, вот как все сейчас выглядит. Лучше? Ага, я не могу выйти. Хотя это на самом деле странно. Я себя не запирал тут ни разу. Так, погодите. Что за звуки? Заметка. Осмотрите потайную комнату. Вы не офигели? Я ее осмотрел. А, минуточку, может я какой-то триггер дернул? Теперь это можно... Вы издеваетесь? Но она явно за шкафом, но мне туда нужно пройти в реальном мире. Так. Задание, смотрите, комнату, кстати, никуда не делось. Даже после того, как мы там этот датчик... Нет, верни. Спасибо. Даже после того, как мы там сработали тот датчик. Так, хорошо. Идем еще раз. Оно... Оно вроде как сработало. Туда пошло какое-то электричество, но я не уверен, как это теперь все будет. Или... А, может быть, мне там нужно нажать какую-то кнопку? Погодите, чтобы здесь что-то открылось. Чтобы шкаф этот отъехал, да? Сейчас посмотрим. Мне кажется, потому что духом я тут уже все сделал, что можно. Я туда послал сигнал сейчас. Извините, если я слишком долго туплю. Давайте посмотрим, что я могу сделать. Так. Ну-ка, давайте посмотрим. Может, есть какая-то кнопка под столом, на столе. Интересно, мотыльки, они мне... Это просто мотыльки, или они мне должны как бы подсказывать, что я сделаю, что я должен сделать? Никакой тут эмблемки, ничего, к сожалению, не появляется. Так, 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 так. Ага. My office...
Кстати, насчет расположения офиса, возможно, было понятно, что тут какая-то тайная комната или что-то. Но у нас ничего не появляется, понимаете, в чем прикол? То есть, если я запустил какой-то механизм, который должен триггерить кнопку открывания этого... А смотреть, я так понимаю, нужно попасть в физической форме. Так. Ну, тут мы были. Я бы предположил, что в столе есть какая-то кнопка, которая открывает... и тут еще и мотыльки эти летают, и все. Я бы подумал, что здесь где-то в столе есть кнопка, которая открывает нам проход. Но здесь ничего нету. В шкафу ничего нету. Нигде, по сути, ничего нету. Тут бы какая-то книга была, которая бы двигалась, или которая бы тоже открывала бы, но здесь тоже ничего нет, а проход за этим шкафом. Так, ладно. А, стоп, погодите, может еще на часах надо... Нет, на часах. Сейчас я еще подпитаюсь энергией, потому что каждый раз на выброс я трачу энергию, а мне это не нравится так-то. Количество насечек вот этих вот на нашей руке, оно показывает количество нашей энергии. Это я только в этой серии заметил, к сожалению. Так. Еще для меня остается немножечко тайной... Насколько мне нужно... Как говорится, в каком времени мне нужно находиться, чтобы все правильно работало, потому что сейчас банально может что-то не происходить из-за того, что я в неправильном времени. Но, блин. Есть вот эта штука. Я в нее выстрелил, и вроде как что-то случилось. Да, блин. Но она до сих пор активна. Давайте я в нее третий раз выстрелю. Нет, видите, эффект происходил только в первый раз. Поэтому сейчас это все бесполезно. Давайте тогда все-таки подзаряжусь. И я, по-моему, потратил здесь уже слишком много времени. Сейчас я за кадром немножечко подумаю, как это все делается. И тогда мы с вами вернемся. А, блин, если будут такие загадки... Ладно, ребят, я тут немножко поперематывал время туда-обратно. У меня была идея, что, возможно, стоит... Это у нас сейчас какое? 4 часа. Возможно, стоит... как бы дверь-то открывается два раза. Вот она первый раз открыта, и вот она второй раз открыта. Я подумал, что, возможно, два раза нужно запустить механизм. Один раз в 7 часов, один раз там в 5 часов, или когда оно открыто. Но нет, это так не работает. Сейчас я... Тупое такое место. И тут ни в часах, ни в столе я ничего не вижу чутьем. Вот в чем прикол. Хотя, погодите... Серьезно, да? Ага. Ты не могла своими граблями тупо все здесь сама перелопатить, посмотреть. Я к этому шкафу подходил раз 250 уже. Блин. Okay. Let's get the rest of me in there. А, теперь мне нужно подгадать то время, когда оно будет открыто еще. Наитупейшее место, блин, кто это придумал? Просто вот сейчас эта игра потеряла в моих глазах, там, до этого она была у меня, там, восьмерочку. Сейчас она у меня потеряла буквально половину. Что ты меня тут сейчас пытаешься пугать? Иди в жопу, после такой загадки с ключом можете меня тут скримачить, сколько хотите, блин. Идите в задницу, просто отвратительный момент. Надеюсь, он не следует этим. Так,
Мальверс, ага. Ага. Книжки, книжки. Книжки — это хорошо. А прочитать могу? А, я могу прочитать. Молот ведьм, да, да. Кто помнит, ну блин, в такой игре обойтись без молота ведьм, серьезно. Так. Ну, тут явно какой-то ритуал проходил. Он что-то вызывал с кем-то. Я не знаю, что. Так, ладно. Подавление, значит? Не нравится, как это звучит. Подавление сверхъестественных сил. Да как бы, что тебе не нравится? Ты всю жизнь этим и занимаешься, что подавляешь в себе сверхъестественные силы. Так, вот эта вот штука. Я ощутила, что за этим символом что-то таится. Как силуэт... я не успел прочитать, спасибо. Я забыл, что здесь так быстро убирают субтитры, как будто... Она становится сильнее. Я чувствую, как она просачивается, вползает в мой разум, хочет выбраться наружу. Нельзя его выпускать. А, как оно. Почему-то мне показалось, как она. Нельзя его выпускать, я его не выпущу, даже если... Нет, я найду другой выход. Ну, видимо, не нашел. Поздравляю. Так, я все время забываю, что здесь нельзя по-человечески мышкой крутить, осматриваться. Ну, ладно. Ох, даже думать не хочу, что фотографии нужно хранить в такой тайне. Ну, у нас тут есть на что глянуть. Так-то. Вот эта фишка, на самом деле, с интуицией, она очень редко применяется по толку. И поэтому я вообще первое время, когда зашел в эту комнату, я забыл про фишку с интуицией. Вот. И, ну, короче, ладно. Забить. Объединять ни с чем не буду. Но это фотография, я так понимаю, да? Так, проявка фотографии, проявитель заставляет засвеченные участки кадра почернеть. Чем меньше света попало на участок, тем более близко к серому цвету он будет. Участки кадра, на которые свет не попал, не меняют цвет. Стоп-раствор останавливает процесс проявки и действия проявителя и нейтрализует фотобумагу. Фиксатор удаляет с бумаги серебро и закрепляет изображение. Ну, допустим... Процедура проявки фотографии. Спасибо, блин. Не забудьте про красный цвет. Включить на 5 секунд в каждый кювет по 3 секунды. На 5 секунд. Что? Окей. Ладно, мы это проходили. Нужно... Так, нужно 3 жидкости, чтобы проявить фото. Ну, то есть, мы сейчас будем опять этой фигней маяться. That's one. Two нужно more to go. Еще 2. Ну, то есть, ладно, один раз мы этим в игре занялись. Окей, спасибо, но... Не работает. А что с такой радостью? Типа, не работает. This should come in handy. Это мне пригодится. Хорошо. Так, молот ведьм. Вот эти все вещи, я их не мог изначально собрать. Только после... ладно. Так, проявитель. Первый шаг проявки фотографии. Спасибо. Ну что, все или все? Подавление. Я хотел сказать, мне кажется, или было светлее. Я же сам же и свет выключил. Да, бывает такое. Вот это? Хорошо. Что мне сюда залить? Так, погодите, у меня остался проявитель. Проявитель нужно в... Вот сюда? Да. Так, 3 жидкости. Погодите, секундочку. А, вот он. Okay. That's all of them. Я же надеюсь, мне не дадут в неправильной последовательности их залить. То есть, ну, это было бы глупо. Это же игровые условности, перестаньте. Так, ладно. Значит, по идее, сюда, сюда, сюда и сюда. Light 5 seconds.
Each tray 3 seconds. На 5 секунд. Так, погодите, а сколько, на сколько секунд здесь? Так. Остальный процесс проявки. Если проявитель нейтрализует фотобумагу, удаляет с бумаги серебро и закрепляет изображение. Ну, давайте пробовать, что ли. Не, не это. А что тогда? Мне отсюда начать? Это не то, что у меня есть. Фотобумага, ну. Света, кстати, обратно включить уже не могу. Я не могу положить фотобумагу туда. А, понятно. Раз, два, три, четыре, пять. Увеличенная фотография. Ну, допустим. Сюда? Раз, два, три, четыре, пять. Сюда. На. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Сюда, что ли, теперь ее? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Есть? Неужели? Можно держать одной рукой, чтобы я тоже что-то умел, смог рассмотреть. Ну, это ты, да. О, проектор заработал. Кстати, за этим нам нужна была темнота. Who's there? Ты что, тупая, что ли? Ты медиум. Ты будешь мне такие вопросы задавать? Кто там? Ладно. Так отойди, слайды посмотри. Тебе показывают. Что ты ведешь себя как неадекват? Какого черта? Что происходит? Отойди, не видно! Зачем ты подходишь туда? Кто-то за тобой следил, ну да. О, козявка какая-то. Меня здесь нет, меня здесь нет. Он смотрит. Пожалуйста, не смотри. Ты в порядке? Пожалуйста, не смотри. Не смотри на меня, тварь! А что такое отставание по звуку? Жжется, как больно! Мне сейчас управление дадут, да? Не надо мне сейчас управление, дайте мне конец. Боль! Прекрасно. Стой, не убегай. Я конец всего. Типа мне... Продолжить. Мне дали управление буквально на полсекундочки. Как только я нажал на кнопку, бах, меня сразу же схватили. Спасибо, игра. Просто конфетка. Обожаю.
Откуда меня сейчас загрузят? Wait, don't go. Oh, God. Don't leave me here. Не оставляй меня здесь. Ага, фиг тебе в нос. Спасибо, камера, блин, чтоб тебя. О, God, no. No, да. А куда? Он навстречу мне выбежал. У меня вообще оставался энергетический щит, я не помню. Беги! Щимай, блин, со всех ляшек! Я не могу щит включить. Мне остается только добежать до этой щели. Поглощу все и вся. Да-да-да. Я конец всего. И тебе тоже. Опа! Не получилось, чувак. Обломись. Не лишь свет, да? Я так и думала. А у меня такой маленький, скромненький вопрос. Где, черт побери, сейчас мое тело находится? Я здесь духом бегаю, но с меня никакие сопли не летят. Значит, я могу находиться здесь сколько захочу? Да какой нафиг стелс? Я не хочу красться! Тут камера неадекватная. Какой стелс? Вы о чем? Почему она прячется? Ты, может, свалишь оттуда, как бы нафиг? Да ну иди нафиг! А как я должен... А, я могу бороться с ним. Да ну ладно, мне одно... у меня один заряд всего лишь. А как я это должен проходить, по-вашему? У меня там не было возможности проскочить никакой, если что. Откуда? Отсюда, от верблюда. Так, ладно, значит, у меня есть один заряд. Круто. И сейчас начинается сраный стелс, который... Спасибо. А я никуда пойти не могу. У меня есть только вот этот путь. Я сейчас пойду. Отвалится голова. Он придет сюда. Куда мне дальше? Смотрите, там я пройти не могу. Видите, там дальше спрятаться мне негде. Он сейчас придет прямо сюда. Я понимаю, если бы он сейчас ушел бы в ту сторону, вот, как он сейчас делает. До этого он не шел в ту сторону, почему? Он пришел прямо ко мне. Пап,
Погодите, это вот эта тварь, это девочка? Ну, судя из того, что он сейчас говорит. Хочу познакомиться с тобой, хочу быть твоим другом. Как же не хватает возможности тупо повернуть камеру. Она такие отвратительные углы выбирает. Я не вижу нифигища вообще. То есть я до этого очень сильно плевался на камеру, что она ведет себя абсолютнейше неадекватно. То сейчас все стало в разы хуже, потому что это стелс, тебе нужно знать, что находится за этим поворотом. Но нет, блин, камера такая говорит, чувак, тебе не надо. Мы тебе сейчас максимально перекроем обзор. Не выходит ко мне, не выходит. Не выходит каменный цветок, да? Ты такая же, как все. Тебе плевать. Ну, лично на тебя, да. Плевать на меня. Да, Зазели кусок, ну блин. Хитрый новенький костюмчик. Я думаю, что я здесь пройду, да? Ой, я не пройду здесь. Там вон следующий источник света, мне просто к нему добраться. Как же ты медленно ходишь-то, лярва? Постой, дай мне... Проползти мимо тебя. Так, ну это чекпоинт. И дальше я прохожу под щитом. Вон, я вижу, как тратится моя энергия. Черт, лишь бы мне ее хватило пройти. Потому что она заканчивается слишком быстро. Мне кажется, меня тут просто сейчас сожрут и все. Да. Тогда я не знаю, погодите. Там оно сохранение прошло. Может, я бежать могу? Не, вряд ли я могу бежать с этим щитом. Или могу? Ну-ка, давайте сейчас попробуем. Я другого выхода не вижу, куда мне идти. Да-да-да. Встань, пожалуйста. А, я могу чуть-чуть быстрее передвигаться. Мне не обязательно было ползти. Потому мне не хватило энергии. Ладно, ладно, все, я понял. Видите, я сейчас ее совсем немного потратил. Что это еще было? Ага. Та-та-та-та-та-та-та. Блин. Так-то по-хорошему, я очень сильно не люблю все вот эти стелс-притушечки, хорроры и всякое такое. Я надеялся, что тут больше будет эксплор, чем хоррор, но, блин. Ай. Просто с учетом, насколько кривой здесь стелс. Мне бы хотелось как можно меньше с ним дальше сталкиваться в этой жизни. Саранча! Большинство людей без жизни практически не видят наш мир. Счастливчики. То есть она ведет себя... Ой, блин, еще одна интермеция. Ну хорошо, давайте поговорим. Ты так и не искупалась за это время, да? Всю свою жизнь я заглядывала за грань нашего мира. Уже в детстве я видела такое, что могло сломать взрослого человека. Со временем я привыкла. И стало для меня нормой. Это существо.
It was anything but... Была что-то из ряда вон. Я никогда не видела ничего подобного. Ничего столь голодного. Я запуталась. Я приехала в Ниву за ответами, а нашла лишь новые вопросы. Что это было за чудовище? Кто такой Томас? Чего он от меня-то хотел? Кто ж тебя знает? Узнаем, надеюсь, под конец игры нам, может быть, расскажут чуть-чуть. Марианна, проснись, пожалуйста. Чё-то я теперь не верю вообще ни разу. Марианна! Проснись! Ой... То самое чувство, когда спал на жестком матрасе. Я проснулась, дрожа от холода. Все, чего я хотела, сбежать отсюда. Встать и бежать, пока ноги не подогнутся, пока легкие не лопнут. Но знала, что не могу этого сделать. Понятно, что не можешь на улицу выбраться. Это бы ничего не решило. А кроме того... Печаль нуждалась в моей помощи. Да что-то нифига я не верю этой печали теперь. Ну и нафиг. Следуйте за печалью. Угу. Из радиопомехи. Нет. Все, ребят. Наверное, на этом пока что серию закончим. Не знаю, эта серия, честно, мне очень не понравилась. Потому что вначале была отвратительнейшая загадка, которая была просто фу-фу-фу-фу-фу. Бесит. А потом была бесячая погоня с этим чертовым стелсом. Еще вдобавок она ведет себя максимально неадекватно. То есть, вот эти тупенькие вопросы. Зажегся проектор, который хочет тебе что-то показать. Посмотри, что тебе хотят показать. А, что это? Начинает подходить. Вот. Какая-то огромнейшая, блин, когтястая тварь стоит и говорит, не подходи ко мне, не смотри на меня. А что это? Что это? Давайте я в него пальцем потычу, а потом, да, бежать со всех ног. Спасибо, блин. Вообще, не знаю, ведет себя как полнейшая неадеквашка. Не могу я пока что это переживать. И... Так-то, в принципе, ничего. Я крайне надеюсь, что в игре будет поменьше этого гребаного кривого стелса, который просто... никудащий и никакущий. Все, ребятушки, на этом сегодня все. Спасибо, что были с нами. Увидимся в следующей серии. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда.